Так ты правда писатель? Зарабатываешь этим? Я правда писатель. Только я не совсем этим зарабатываю. К сожалению, мы не можем это опубликовать. Попробуй что-нибудь новенькое. Например? Парень. Он входит в кафе и видит девушку. Самую удивительную девушку на свете. И что потом? Я не знаю. Ты же писатель. Я лишь вдохновляю. Джесс встречает Итана. Я даже не помню, когда в последний раз это делала. Именно поэтому тебе нужно этим заняться. Сомневаюсь. Точно. Извини, я такой... Неуклюжий? Все хорошо. Отец всегда говорил, что я влюблюсь в первую встречную девушку. Не думаю, что это вообще возможно. Для меня существовала только одна девушка. Как ты понял, что она та самая? Она вдохновила меня. Как твое творчество? Впервые за долгое время хорошо. Я ее брат, Дэвид. Привет, я Итан. Ты видишь будущее с этим парнем? Это зависит. Зависит от чего? Простите? Джесс встречает Троя. Я пытаюсь не быть одним из тех придурков, которые просят номер телефона у девушки в ресторане. Но у меня странное чувство, что если в этот раз я не сделаю исключение, я очень пожалею. Итану и Трою, видимо, лучше не встречаться. Так ты полагаешь, что будет в следующий раз? Я надеюсь на это. Секреты являются важной частью любых отношений. Ты согласна? Ты не представляешь, насколько. Этот парень, возможно, гораздо красивее меня. Забавно, что жизнь всегда оборачивается не так, как мы думаем. Дэвид говорит, что твоя личная жизнь крайне активизировалась. Да, как видишь. Выйдешь за меня? Сбежим вместе. Я все запутываю. Нет. Не знаю. Может быть. Алиса Милано, Кристофер Гором, Майкл Лэндис, Кэрол Кейн, Бо Бриджес, парень моей девушки, одна настоящая любовь на двоих. Эй, подожди. Если мне понадобится немного вдохновения, может, я позвоню тебе, и ты мне дашь... Вдохновение. Дашь мне черпнуть немного вдохновения.